26 февраля. Вот такая вот странная штука украшает мое рабочее место. Она воткнута в скалу. Скала возвышается над этим всем. А вот мое место. Я тут сижу. Сижу и пытаюсь гадать на рунах. Начинаю работу. Вот. Я нашел два стула. Один переносной причем. И вот мои рунические знаки и приглашение. Адивинадор де лас Рунас. Руны и книга по шаманизму. Место это потрясающее само по себе. Занес передо мной рюкзак и палки ходовые. Очень хорошее место. Оно скрыто за скалой. А за ней город. Вот такая вот композиция. Город, который называется Пуэрто де Маган. Очень туристическое место. Сюда идет узкая тропа, по которой ходят прохожие, туристы. Тут я купался. Это прекрасная композиция всех необходимых мне моментов. Путь ко мне обозначает сердце. Путь сердца. Очень глубокая ассоциация. И вот такой вот морской пейзаж. Каждый вечер сюда приходят люди по этой узкой тропе вдоль морского берега. Вот. Море. И я к вашим услугам, Шалек, шаман, Олег Дондурьянц, Пача Пачури, сын земли. Вот. Иду к своему рабочему месту. Тут у меня помойка даже есть. Скала и небо. Что еще нужно человеку? Небо, скалы и море. И узкая тропинка. И как Понтий Пилат, сидящий на обрыве на луне в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» на своем стуле. Только собаки мне не хватает. Вот мат, на нем я спал сегодня. Думаю, спать буду еще сегодня, эту ночь тоже. Тут вот на этих сидушках сидят люди. Сюда приходят музыканты, ложат плашмя гитары на землю и играют на них, как на гвандурах, встречая закат солнца. Точнее, провожая само солнце, которое заходит в океан. И когда оно заходит, там на горизонте появляется Тейде, высочайшая гора Испании, которая возвышается над островом Тенерифе, следующим после Гран-Канарии. Вот туристы, сейчас я им предложу свои услуги. Может быть, что-то из этого и выйдет. Вот такая вот реальность на Гран-Канарии у меня. Я доволен. Посмотрим, что выйдет из моего бизнес-проекта с этим рабочим местом. Сейчас сяду на стул.